Всем привет! С вами Патриот. Я тут недавно на свой канал зашел, и вы не представляете, у меня уже 1000 подписчиков, что ли. Аудитория-то не хиленькая такая собралась. Да что там аудитория, тут целая армия! И я сразу бы хотел сказать огромное спасибо каждому из вас. Да, но просто сказать спасибо — это мало. В честь Дня Святого Валентина, 14 февраля, я хочу вам признаться, я люблю каждого из вас. Самую большую любовь бы я хотел выразить 3 подписчицам моего канала. Конечно, люблю я всех одинаково, но эти подписчицы заслуживают определенной любви, так как они первыми заметили, что на моем канале уже скакануло 1000 подписчиков. Даже я не заметил. Первая написала Аня Сергеевна. Спасибо, Ань. Андрей, поздравляю с 1000 подписчиков. Мне очень приятно. Второй была Танчик Советский. Патриот, я от всей души поздравляю тебя с 1000 подписчиков. Очень рада за тебя, Андрей. Так держать. Так держать, Тань. Я благодарен, что с вашей помощью мне удалось это сделать. И третья была Янина. Привет, Патриот. Поздравляю тебя с 1000 подписчиков. Желаю творческих успехов. Но с вами, Янина, у меня будут только творческие успехи. Спасибо вам огромное. Ну что ж, пришло время к церемонии, и я приготовил такой кусочек торта. Конечно, без свечек, ну, мало ли, я спалю квартиру, и потом мы не сможем записывать видео для вас, да? А это будет очень печально. Поэтому без огней я просто откушу кусочек торта, запью чаем и загадаю желание, чтобы на моем канале когда-то стукнуло не 1000, не 10 000, не 100 000, а 1 000 000 подписчиков. Я не шучу, я очень этого хочу, ведь Патриот — это замечательное название, замечательная аудитория, которая начала меня смотреть, такие хорошие, добрые люди. Я считаю, что нас будет становиться все больше, и мы будем делать лучше. Спасибо вам большое, я это ем за вас. До новых встреч!